мастер, двоечка, двоечка, все, работаем. Вот, все хорошо. Давайте дадим workload, посмотрим разницу. Workload будет про инсерты, да, естественно, не 45 тысяч, как обычно. Естественно, значительно меньше, да? С учетом того, что кроме того, что мы вставляем, мы еще отправляем асинхронно на нашу реплику. Почему асинхронно? Давайте разбираться. Так, это я уже все показал. А, workload. Давайте проверим workload. У нас же был workload 45 тысяч по вставке. Давайте теперь его еще проверим. Ну, 39 тысяч. Ожидаемо небольшое падение производительности связано с тем, что лол файла мы должны еще передать по сети. Вот, плюсик, если понятно. То есть даже асинхронно это не бесплатно. Конечно, оно в рамках погрешности, но по факту мы все равно тратим на это ресурсы. Давайте смотреть более интересные всякие штуки. Вспоминаем нашу классную табличку. Мы молодцы, у нас она есть. Включаем максимальный уровень. Синхронный commit, remote apply. Все, глянем сейчас, как нам, у нас сейчас мощно затормозимся. Мы молодцы. Рестартуем кластер. Давайте запустим тест. По инсертам, да, по селектам. Он нам по селектам он нам не заэффектит, да? Вот, по инсертам. Коллеги, насколько мы упадем? Как вы считаете в процентах? Включились в половину. Коммит? В половину. Ага, Женя думает в половину, коллеги. Процентов 40, наверное. Процент 30, да, уже соглашусь, что не ты, процент 30-40. Дай смотри. А вот и не упали. Как так?